Дорогие друзья, всем привет! Год подходит к концу, и мы снова приготовили для вас путешествие в пространстве и времени, где вы окажетесь в тех местах, в которых мы побывали в течение всего года. Для нас это была нелегкая задача. Как с ней мы справились, вам судить. А мы еще раз хотим показать страну, в которой живем. Неповторимый. Разнообразный. Красочный. Многоликий. Израиль во всей его красе. Израиль в красках, Израиль с Павлом и Ларисой. Сказать «посмотрите на эту красоту» – это не сказать абсолютно ничего. Эта красота какая-то живая, она будоражит душу, от нее просто перехватывает дыхание. Разве можно остаться равнодушным к вот такой вот воистину божественной красоте? Мы приглашаем вас в Национальный природно-археологический парк Гамла. Посмотрите на этот холм за мной. Правда, что он похож на горб верблюда? И действительно, название этого города Гамла происходит от слова «гамаль», то есть «верблюд». И вы слышите шум воды, это шум водопада Гамла. Прямо за нами на плато вы видите людей, которые идут к прекрасной обзорной площадке, чтобы полюбоваться этим чудесным водопадом. Здесь самый высокий в Израиле водопад. И наличие воды – это как раз-таки одно из важнейших условий для образования древнейшего поселения. А люди ведь жили здесь в глубокой древности. Да, еще с бронзового века. Здесь самое большое количество в стране древних дольменов. Здесь самая древняя в мире синагога. Здесь самое крупное гнездовье орлов. Но знаете, самое обидное, что в этот раз мы не увидели ни одного орла. Здесь все самое-самое. И красота тоже. Мы были здесь летом. Ага, и совершали героические подвиги, снимая материалы крепости Масада и потихоньку плавились на палящем солнце. Температура была плюс 43 градуса по Цельсию. И нам показалось, что этого солнечного материала совершенно недостаточно. Поэтому мы снова здесь и приглашаем всех в новое увлекательное путешествие в историю. Вперед! Вперед! Укрепление на вершине скалы было построено в 1 веке до нашей эры. Именно здесь Ирод Великий спрятал свою семью под защиту гарнизона, когда воевал с парфянами и отправился в Рим за покровительством в 40 году до нашей эры. И он не забыл об этом месте. Став царем Иудеи, Ирод Великий по-новому и на свой вкус строит роскошное убежище для себя
и для своей семьи. На этом макете мы видим Северный дворец. Дворец был возведен в 3 яруса на 3 естественных выступах скалы. И верхний уровень возвышался над нижним на 30 метров. Вот здесь видите вот эту перепад высот. А вот отсюда, от обзорной площадки, открывается прекрасный, чудесный вид на северо-западный берег Мертвого моря и на величественные горы Иудейской пустыни. Мы как раз находимся сейчас вот в этом месте, в самой северной точке. Это потрясающее сооружение по своему размаху и инженерному решению. Ну и возникает вопрос, а почему, собственно, Ирод свой главный дворец построил здесь? Есть на это веские причины. Ну, первое, стратегическое. Под дворцом находится водохранилище. Это самое главное. Это теневая сторона, и она не подвергается солнцепеку. А также здесь постоянно дует ветерок, что весьма приятно. А еще весьма приятно покормить почти ручных скворцов 3 страны. На протяжении всех съемок они нас сопровождали. Чтобы добраться к самому великолепному нижнему ярусу дворца, нужно преодолеть серьезный спуск. По пути встречается бассейн для ритуального омовения – миква. Мы видим оставшиеся колонны и коринфские капители. Такие капители, покрытые золотом, венчали каждую из колонн этого зала. Титул «Великий» был присвоен Ироду уже после его смерти историками. За размах его строительства, роскошь его двора и за политическую ловкость. Но титул не содержит нравственной оценки этого правителя. Я захожу в здание бани. Ирод был страстным поклонником римских бань. А это, так сказать, сухая сауна. Вот из этой печи нагнетался теплый, горячий даже воздух, который проходил под полом и, соответственно, нагревал верхнюю часть пола и прогревал полностью все стены. Таким образом, здесь прогревался и пол, и стены. Вот этот замечательный макет устройства римской бани в крепости Масада. Вы наверняка задаетесь вопросом, а где же вода? Ведь вода – это первое, что необходимо для жизни. А здесь вам и бани, и бассейны. Так где же вода? Этот макет замечательно нам продемонстрирует систему водоснабжения крепости Масада. Когда семья Ирода укрывалась в этой крепости в 40-м году до нашей эры во время войны с парфянами, под защитой гарнизона они ведь чуть было не погибли от жажды. И лишь чудо, можно сказать, пошли дожди, наполнены ямы и расселены, что спасло семью Ирода, в общем-то, от гибели. И он этого не забыл. И, естественно, водоснабжение было приоритетной задачей. В скале на 2 уровнях были прорублены 12 водосборников общей вместимостью 40 тысяч кубометров воды. Плотины отводили дождевую воду в эти искусственные каналы. По этим каналам вода поступала в водосборники. Оттуда вьючные животные поднимали воду в водосборники на вершине горы. Крепость стала последним оплотом еврейских повстанцев в период Иудейского восстания. Согласно древнему историку Иосифу Флавию, здесь произошло массовое самоубийство защитников крепости. Масада пала в 73-м году нашей эры.
горы Арбель. Гора Арбель доминирует над всей вот этой вот местностью. Находится на уровне 181 метр выше Мирового океана. А, собственно говоря, гладь Галилейского моря находится на минус 200 с лишним метров. Поэтому отсюда открывается потрясающий вид на практически всю Галилею. Это озеро с пресной водой, расположено во впадине. Его водная гладь находится ниже уровня Мирового океана, примерно на 200 с небольшим метров. Если посмотреть на него с высоты, то по форме оно напоминает музыкальный инструмент. И по одной из версий, самое древнее название озера Кинерет произошло именно поэтому. А еще это озеро Генесарецкое и Тивериадское и даже Галилейское море. Эти названия мы встречаем в Евангелии. С особенностями местных природных условий связаны евангельские чудеса и знамения, которые происходили в водах и на берегах этого озера. Многие, кто уже был в Израиле, наверняка узнали это место, так популярное среди паломников и туристов. Недалеко отсюда река Иордан вытекает из Галилейского моря и несет свои воды в море Мертвое. Хотели показать вам один из красивейших видов на гору Фавор. Это со стороны обзорной площадки горы Свержения города Назарета. Посмотрите, какой великолепный вид. С этой стороны можно увидеть самую округлую форму. Артавор, так название звучит на иврите. И это нечто выдающееся, нечто выступающее, если мы переведем артавор на греческое Фавор. А фавор фаворитами. Все знают, что такое быть фаворитами. То есть выделяться на вершине них. И вот здесь мы четко понимаем этимологию слова фавор. Фавориты, соответственно, выделяющие. Смотрите, посредине долины, совершенно такой плоской, вдруг гора выделяется на почти 580 метров над уровнем моря. И ранняя церковная традиция почитает это место как место преображения Господня. Название горы Фавор не упоминается в Евангелии. Однако уже в ранние христианские времена сложилась традиция почитания горы Фавор местом преображения Господня. И уже в IV веке нашей эры на вершине горы строились христианские церкви. С горы открывается захватывающий вид на Израильскую долину. Это место серьезных ветхозаветных битв, а также значительных сражений уже новой истории.
Мы уже не раз говорили, что иудейская пустыня манит нас к себе постоянно. И своей историей, и своими неповторимыми пейзажами, и своей молчаливой безлюдностью. А сейчас, после дождей, со склонами в зеленом окрасе, она обладает какой-то особой притягательностью. Иудейская пустыня зовет нас, а мы зовем вас в новое путешествие. И что же мы для вас сегодня приготовили? Сохраним, однако, интригу. Всего лишь несколько секунд. Это монастырь преподобного Саввы Освященного. Потрясающе, великолепно, удивительно, живописно. Эти слова кочуют от одного нашего фильма к другому. Ведь это слова восхищения. Да разве можно не восхититься, глядя на подобное творение природы и человека? Какое величие! Времена, когда эти места назывались пустыней Святого Града Иерусалима. Это было в период расцвета христианства на Святой Земле, а именно с 4 по 7 век нашей эры, так называемый византийский период. Даются цифры также от 10 до 16 тысяч монахов, которые проживали в монастырях и лаврах иудейской пустыни. Они-то и назывались пустыней Святого Града Иерусалима. Восемнадцатого декабря по новому стилю празднуется память преподобного Саввы Освященного. История этой обители очень обширна. Это и расцветы, и падения, нападения бедуинов, грабежи, убийства и издевательства. И вновь духовное возрождение.
Об этом монастыре можно говорить и говорить, на него можно смотреть и смотреть. И мы, конечно же, еще не раз вернемся к этой теме. А сейчас продолжим наше путешествие. Вперед! Мы уже приехали к следующему монастырю. И снова кузы, и снова бедуины. Знакомьтесь, это ущелье Вади-Кельт. Здесь расположен еще один древний монастырь. Это монастырь преподобного Георгия Хазевита. Посмотрите, какая суровая и в то же время завораживающая природа. Эта местность называется Хазиба. Здесь проходила древняя дорога из Иерусалима в Иерихон. Возможно, именно у этого потока скрывался библейский пророк Илия от язычницы царицы Иезавель. Из этого потока пророк Илия пил воду, и вороны приносили ему пищу. В монастыре есть пещера Илии пророка. По древнему преданию, в этой пещере в уединении молился о даровании чада святой праведный Иоаким, отец Божьей Матери. Эти места освящены стопами святой Анны. Здесь обосновались в начале V века 5 сирийских монахов. Но монастырь носит имя Георгия Хазевита. Этот подвижник появился в обители столетием позже. Житие святого описывает многие чудеса и подвиги, которыми прославился преподобный Георгий. Ущелье Энпрат находится на пересечении двух климатических зон – запада Средиземноморской и зоны Иудейской пустыни с востока. Такие уникальные природные условия создали удивительный оазис с определенной флорой и фауной. Эти библейские места – родина пророка Иеремии. В 4 веке нашей эры здесь был основан первый на Святой Земле христианский монастырь. Его основатель – преподобный Харитон Исповедник. Житие рассказывает о чудесном спасении преподобного от разбойников. И это произошло здесь. На месте своего спасения преподобный Харитон и основал этот монастырь. Сейчас я иду к самой большой пещере – ущелье Энпрат. Кто знает, может быть, именно в этой пещере те самые разбойники, схватившие Харитона Исповедника, прятали свои сокровища. Вот здесь как раз по такой узкой тропе можно забраться достаточно труднодоступную пещеру. То смотрите, как тяжело подниматься здесь. Вот почти надо иметь альпинистское снаряжение, так сказать. Но тем не менее мне удается. О! Вот так вот. Опа! Ой! Ничего себе! Огромная пещера, но сокровищ Аладдина я здесь не вижу. Она совершенно пустая. После ухода Византийской империи со Святой Земли монастырь постепенно, в течение веков, приходит в упадок. И только во второй половине 19 века усилиями русских монахов с крестовоздвиженского скита Святой горы Афон здесь был восстановлен скит. А уже в 20 веке его восстановила Русская Православная Церковь за границей, и монастырь действует здесь до сих пор. А еще заповедник Энпрат известен и популярен среди местных альпинистов. Вот на этой отвесной скале, которую вы сейчас видите, есть уже специально закрепленное кольцо захвата. И только на этом утесе разрешен подъем, но обязательно под руководством гида-инструктора с лицензией и в соответствии со всеми правилами предосторожности.
Земля Израиля бесконечно разнообразна, многослойна и очень красочна. Сколько мест мы уже посетили и показали вам, и каждая из них неповторима. Все три ущелья – Кедронский поток с монастырем Святого Савы, ущелье Вади Кельт и монастырь Святого Георгия Хазевита, и это ущелье Эйн-Прат – абсолютно разное в своем величии и красоте. В этот день стоял невыносимый зной. А ведь это только середина апреля. Весь зимний радостный зеленый покров этих холмов пожелтел. Такой пустынный пейзаж задержится до новых дождей начала зимы. А впереди несколько месяцев изнурительной жары. Конечно, жителей холодных стран снегом не удивишь, но снег в Иерусалиме, снег в Израиле – это явление нечастое. Мы на вершине Елеонской горы. Очень холодно, градуса 3, ветер сумасшедший. Мы прошли все – снег, дождь, бурю, я не знаю, что только мы не видели за этот день. А ведь буквально 2 дня назад мы снимали цветущую сакуру при температуре 24 градуса. Это необыкновенно, что природа в Израиле поражает своим разнообразием и контрастностью. Вообще, израильская зима очень изменчивая. Но нельзя в такую мокроту быть таким самонадеянным. Вот и результат. На заднем плане всем уже знакомые холмы Иудейской пустыни. Хотите, добавим в палитру еще и таких красок. Это закат. Цвета натуральные. Все именно так и было. Хотите еще красок? Мы буквально рванули из дома сюда, в Иерусалимский ботанический сад, чтобы успеть посмотреть на его великолепие. Расцвела сакура. Все в буйстве цветения. Поистине еще одна жемчужина Израиля. В нашем ботаническом саду я насчитал 11 деревьев сакуры. Во время цветения, будь то сакура, миндаль, поля лимонов или подсолнухов, все превращается в съемочные площадки. И не только для женихов и невест. Сейчас в Израиле уже практически 2 недели идет охота. Какая охота? Охота за красотой. Сейчас все охотятся на ирисы. Ирисы в дикой природе, полевые цветы. Только не подумайте, что весь народ Израиля рванул на природу, чтобы опустошать цветочные поляны. Вовсе нет. Сюда всех манит красота нетронутой природы, чистый воздух, прекрасные пейзажи, конечно же, редкие виды цветов, ну и фотосессии. А как же без этого? Thank you.
Посмотрите, какие три чудесных экземпляра. 16 видов ирисов даже охраняются законом. Спасибо всем защитникам природы за то, что своим неравнодушием и трудами они сохранили, умножили и продолжают сохранять эти удивительные создания природы. Морские пейзажи не менее волнующие и живописны. Это прибрежная полоса города Нетания. Сегодня мы у берегов Средиземного моря. Вы, наверное, подумали сразу Тель-Авив или Яфа, но нет, мы сегодня в другом городе. И это курортный город Нетания. Нетания – город совсем молодой, как, впрочем, большинство городов Израиля. Начало городу было положено в 1928 году выходцами из Восточной Европы, как сельскохозяйственное поселение. А теперь это город по величине седьмой город Израиля. Сейчас в Нетании проживает почти 220 тысяч человек. И назван город в честь Натана Штрауса, американского филантропа еврейского происхождения. Название – дань уважения этому человеку. Кто-то говорит, что город серый и скучный, кто-то им восхищается. А мы думаем, что, конечно же, оценки субъективные, каждому свое. Нетания раскинулась вдоль берега на утесе, и город отрезан от береговой линии обрывом, высота которого колеблется от 15 до 40 метров. Дорогие друзья, мы совершенно ненадолго, можно сказать, импровизированно заехали в этот замечательный город. Мы к вам заехали на час. О да, как в известной песне, да, советского периода. В известном мультфильме. Да, но город произвел просто какое-то впечатление незабываемое, я бы сказала. И, конечно, это всего лишь внешнее впечатление. Вот, но оно какое-то потрясающее. Маленький-маленький рай. И заметьте, этот зеленый маленький рай там, где раньше была суровая природа иудейской пустыни. О каком городе идет речь? О первом еврейском городе в пустыне Моле-Адумим, что означает «красный подъем». И название это древнее, библейское. Но городок с библейским названием совсем молодой. Первые дома построили в 1975 году. Статус города был получен ровно 30 лет назад. Просто
невероятно, что можно было создать в совершенно суровой природе пустыни иудейской такой, ну, рай, я не побоюсь сказать этого слова. Надеемся, что вы не обиделись на нас, ведь мы не показали самое главное – Иерусалим. Но ведь совсем недавно мы гуляли все вместе по этому святому городу. А тех, кто не побывал на этой экскурсии, приглашаем к просмотру. Ну вот и все. Нет, совсем не все. Все на сегодня. Ведь Израиль уникален в своем разнообразии. И вас ждет еще немало интересных открытий в этой стране. Оставайтесь с нами. Если еще не подписаны, подписывайтесь. И не забывайте нажать на колокольчик. И тогда будете получать уведомления о новых видео и не пропустите их. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Так вы нам помогаете в продвижении канала. Вы можете также стать спонсором канала, оформив подписку за небольшую плату в $1.5 в месяц. Конечно же, спасибо тем, кто уже это сделал. Всем хороших выходных. До свидания. И до новых встреч.